Сегодня в Сургуте открывается Всероссийский форум «Город и гражданин». Он посвящен новому взгляду на территориальное общественное самоуправление. Их еще называют ТОСы. Ключевая тема обсуждения – как сформировать гражданскую ответственность с детских лет. Форум объединит представителей власти, НКО, градообразующих предприятий и бизнесменов. Вместе они проанализируют законодательную базу, регулирующую отношения гражданского самоуправления на уровне региона и муниципалитета, а также финансирование и мотивацию гражданских инициатив. Отмечу, что в Югре ТОСы начали активно развиваться с 1997 года. Лидером по количеству образованных советов является Сургут, здесь их почти 30.